Спасибо. 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 Здравствуйте. Вот порви, это не порви пиджак, не надо. Пиджак еще пригодится. Да, я знаю, я очень нервничала. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Мария Зайцева, мне 31 год, я из Москвы. Добро пожаловать, детка. Все на месте? Нет, все нормально, ничего не видно. Слушай, пожалуйста. Все круто. Главные части все в порядке. Маш, я, честно говоря, видишь, как здорово. Вот я тебя не узнал. Ну, в смысле, я не узнал. Хотя я слышал, как ты поешь. Мария Зайцева с группы «Наоми», пожалуйста, похлопайте. Ага. А раньше группа называлась «Ассорти», правильно? Раньше группа называлась «Ассорти», теперь называется да. «Наоми», да. И вообще вот. Же... Не узнал, я не знал, что я поворачиваюсь к тебе, не знал. Просто услышал голос, мне понравилось очень, А я не слышал группу сделал. «Наоми», но ты спела очень здорово. Спасибо и огромное. Самое главное, знаешь, что вообще. Самое главное ты сделал? Вот а? Там, во всем этом... Во всем, ну, то, что уже все знают, уже все по несколько раз пели в ресторане, на танцах и так далее, твои дома и на караоке, там, клубах, в караоке-клубах. Понимаешь, вот там было слышно, в том твоем исполнении, было слышно тебя самое. Это было очень по-своему, оригинально, с какой-то своей душой, с каким-то своим отношением, в человеческим отношением, абсолютно твоим. Ну, то есть, вот понятно, вот этот человек поет. Понимаешь, не кто-то другой, а вот именно этот. Да. Так что я тебя поздравляю. Слушай, я на самом деле не повернулась просто потому, что не стала уж тут уж мешать. Тут 3 метра, которые знают, мне кажется, что с тобой делать вообще. Поэтому вот, надо, главное, не мешать ей. Я вот вообще. И я тоже не мешаю, а выбор, да, сложненький такой. Эники-беники, съели вы вареники. У меня нет слов. На самом деле, вот сколько лет ты не находишься на сцене, это всегда... Волнение лично у меня, я всегда очень волнуюсь. Ой. Не надо, ребят, не мешайте человеку. Я правда в замешательстве. Ну, думаешь, что человек не... Закрой глазки, подыши, и кому пойдешь? Тут вот я даже не знаю, как. Жеребий кидать? Я говорю, эники, беники. Нет? Вышел месяц. Леонид Агутин. Я думал, что я совсем угадал. Правильно сделано. Я приготовился обнять. Ни за что.